Всем привет, сегодня с вами поиграем в Granny 2 Roblox. Давайте стартовать, смотрите, мы находимся прямо в менюшке. Можем походить. Прикол, да? Мы можем ходить в менюшке. Granny Chapter 2. Это бабка и дед. Такая превьюшка у нас и будет, кстати. Она очень хорошо показывает, что за игра. Что здесь можно вводить? Смотрите, выходить нельзя. Телек с Chicken Bonnie. Please check your internet connection. Так, стартуем еще раз. Школа и хаус. Давайте сначала в стандартный дом. Так, это мы где? На втором этаже? А, нет, это первый. Самый низ. Смотрите. Дверь прозрачная. Даже есть ключи. Реально, security key. Вау. А бабка? Кто у нас будет бабкой? Смотрите, карта из мороженщика. Зачем так? Некая пасхалка. Вау, шкафы закрываются, открываются, фантастика. Нужен padlock key, crossbar, hand wheel. Сейчас мы все найдем. Нужен safe key. Так, все открывается, фантастика. Я понес security key. Надеюсь, бабки вообще в игре нет. Также будет проще изучить. Нужен security key. Бам. Зашли, смотрите, тут менюшка от мороженщика. Ну-ка, камеры можно переключать? Нет. Залезаем. Что здесь? Это у нас пэдлок. Хорошо, пэдлок уже есть. К Носферату тоже можем пройти, но это нам ничего не дает. Полочки не открываются. Ну-ка. Решетка свалилась. Еще ключ. Сейф кей уже. Все. Побежали к сейфу. Сначала его откроем, посмотрим, что там выпадет. И... Ах ты, а как тебя принять-то? Виапон кей взял. Пэдлок давайте применим. О, там бабка идет. Меня просто выперли. А как? Смотрите, а как так? Я могу выходить и ходить по этой сцене? Мега фантастика. Обратно в лобби, back to lobby. The end, поздравляю, вы выбрались. Так, я не выбирался же. Вау, я не выбирался. Я случайно прошел игру. Давайте заново. Бам. А, у меня все есть. У меня все есть. Даже есть камеры, смотрите. Ламиара. Попробуем сейчас доски откинуть. Как это вообще происходит? Все уже отстегнуто. Бам. Видимо, надо убирать из рук все. Но с пэдлоком так не дают зайти прямо. Видите, получается, не хватало пэдлока до прохождения игры. Нужен пэдлок, кроссбар и хэндвилл. Давайте все дальше изучать. Так, открывается. Ну, конечно, масштабы большие. Видите, до потолка очень далеко. Мы супер маленькие. Телек верс не включается. Смотрите, у часов просто есть дверь, как будто бы это комната. Ванна. Более-менее точно. Зашел. Крэзи Морти. Ух ты. Вот это уже класс. Есть открытый дворик. Каменная вода. Видимо, сейчас зима. И все заледенело, видите? У нас канализационная зеленая вода стала ледяной. Где ребенок с Лендрины? Кстати, можно выбрасывать что-нибудь? Давайте выкинем ему security key. Бам. Ес, попал. С первого раза матрасик, на котором ребенок лежит. Колесо. А, это хэндвилл. Ничего себе, у меня колесо. Сейчас проверим, как оно ставится. А, можно даже прыгать. Класс. Я почему-то редко проверяю, что можно прыгать в игре. Не привык, что вообще в Роблоксе можно прыгать. Так, на тумбочку тоже можно залезать. На перила. Да. Хэндвилл. Так, ставься. Принимай у меня его. Как будто бы не здесь ставится. Побежали в самый низ. Так, я в нашей комнате появился. К осьминогу. Тут вода тоже каменная. Да, и нам ничего не становится. Вот это да. Ну-ка. Кстати, пэдлок же открывает этот шкафчик. Но здесь он не нужен, похоже, да. Мы решетку не открываем, потому что у нас даже лодки нет. Так, что мы еще не посмотрели? Мы очень плохо глянули второй этаж. Если честно, мы его вообще не глядели.
Это у нас микроволновка. Так, что открывается? Так, а если я закроюсь? Ничего не происходит. Смотрите, это такой большой проход. Сейф-кей выбрасываем на стол. Пэдлок. Не, пэдлок не будем. Просто колесо есть в Гренни. Это классно. Бам, на полку. Плоские колеса. Дед ходит. Здесь даже кто-то есть. Так, Виапон-кей. Побежали вниз. Жестяра, я не знал, что здесь кто-то есть-то. Так, Виапон. Я надеюсь, откроется что-нибудь. Смотрите. М16. Но без звука. Ну-ка. Смотрите, можно по Крэзи Морти стрелять. Фантастика. Релоудинг, перезаряжаюсь. Вау. У нас 600 с лишним зарядов было. Сейчас постараюсь устранить деда. Где он там ходит? Так, Крэзи Морти закрывает. О, дедяра. Так он почти неуничтожимый. А как тебя устранить-то? Так это получается только своих устранять. Можно по Крэзи Морти пострелять. Смотрите. Но ему ничего не становится, да? Нет, рассыпался. Так, Грэнпа. Релоудинг. Так странно. О, один выстрел остался. Развалил. Получается, я дед-то в игре. Видите, ничего ему не становится. Крэзи Морти просто завис. Бабки так нет. Так. А вылезти? Никак вылезти нельзя. Шкафчики все открываются. Ну, странное оружие, которое не влияет на деда. Можно стрелять в какое-то определенное место? Нет, не влияет. Крэзи Морти, что с ним вообще? Смотри, он висит в воздухе. Это его тело. Он в игре-то причем есть. Я его случайно не выгнал с сервера. Да, его конкретно уничтожил. Так, все ли мы изучили? Здесь были. Нужен сейф-кей. Тут у нас вешалки обычно висели. Но их нет. Нет дополнительных комнат, которые у нас есть в официальной версии Granny 2 Roblox. Но их и не должно быть. А, кстати, здесь нет спуска в подвал. Так, это кто? Никита Фростенко. Смотрите, я ему покажу сейчас автомат. Смотрите, прям отнял, наверное, процентов 5, как минимум. Хорошо, теперь перемещаемся на карту школа. Так, лучше здесь. Вау. Карта школа. Это школа какая? Из Roblox Granny первой части? Или из монахини школа? Хаммер. Сейчас будем его применять. Здесь, похоже, никто не играет. Зеленый ключ. Можно просто собирать ключи. Так, кот, ничего себе, здесь машина просто для телепортации, видимо. Ой, спокойно просто через кирпичную стену прошел. Еще там молоток. Ну-ка, синий ключ это что? А, это пэдлок. Код 1543, хорошо. А, все, уже открыли, давайте сами проверим. 1543. Enter. И нам дают что? Нам дают карточку. Карточку, вау. Подходим к главной двери. И нам, скорее всего, дадут выйти. Зайти, точнее, туда. Дали зайти. И что это, прохождение? Да, это все, конец. Давайте в лобби, здесь черный фон. Не так прикольно. Так, а если я выкину на телепорт, исчезнет?
Нет. Смотри, не исчезает. Ну-ка, оружие. Оружие не выкидывается. Просто устранил. Ну-ка, этих бабку и деда можно устранять? Нет. Подписчики просто в воздухе висят, которых я устранил. Это у нас из игры «Мороженщик» плакат. 15.43, давайте попробуем ввести здесь. 15.43. Нет. А что здесь за код-то, интересно? Ну-ка, может быть, его можно найти где-нибудь здесь? Все-таки это доступное место. Возможно, нам надо оббегать все и смотреть внимательно. За креслом нету. Шутер 67. А сюда как попасть? Возможно, на стене написано, но я не могу посмотреть. Там... А, так это мы просто зайдем в менюшку. Кстати, я еще вот здесь не был. Это что? А, это дед был. Еще пистолет есть. Еще там пистолет есть. Вау. У нас есть интересности. Меня уничтожили просто со всем оружием. Там шокер, похоже, был. Вау. Я смог его обдурить. Вы представляете себе, обдурил деда. Шокер, что ли? Шокер, видимо. Ищем деда. Ой. Это заморозка, это шокер. А как попадать-то? Yes. Прикол, представляете себе? Ну плохо, что его нельзя устранять. Ну-ка, если по человеку. Заморозил. А, он рассыпался. А сам в себя. Вот это классно, что я нашел. Ну-ка, у меня два их может быть. Да, то есть не закончится никогда заряд. Просто исчез. Видели? Попал с упреждением. Попал. Двоих устранил. Пойм рану. Попал. Попал в воздухе, видели? Попал. Хорошо, мы все с вами посмотрели, даже больше. Давайте мы на этом видео закончим. Сегодня знатно побаловались с подписчиками. Были на двух разных картах, все прошли, все изучили. Фундуку спасибо за такой прекрасный проект. Мне все понравилось, надеюсь, вам также. Всем спасибо за просмотр, оцените видео лайками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.